Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш реакций. Ребятки, завершаем обзор нашего пятерика. Кто его знает? Друзья, товарищи. Пожалуйста, сверитесь с ним. Скажите, ну, ждем. Альбик новый. Альбик новый. Ждем, пятерик. По возможности. По возможности. Может, даже, можно даже EP сделать из пяти песенок. Да. Значит, сейчас слушаем трек, ребятки. Звезда рэпа. Ну, звезда рэпа это кто у нас? Пятерик. Я думаю, пятерик о себе говорит. Видите, вот он оделся, видите, весь в серебре. И на голове звезда, ребятки. И пятерик. На фоне звезды. И на фоне звезды. Штаны серебристые. Да. Тут кто у нас? И девчонки бегают такие серебристые. Ну что, друзья, поехали, мои хорошенькие. На моем твоем мамке я кладу цветочки. Я курю дерьмо, и это HQ-дишка. Я залью дерьмом в ум твоей детишка. Это моя фишка. Фишка, фишка, фишка. Ты тут за налишки. Налишки, фишка, фишка. Ты борешься за мной, но у тебя одышка. Фишка, фишка, фишка. Стану хуйрэп, мимо хейтеров свирепы. Твоя жанна, конец слайву, ну и спайлали. Так, ребятки, ну как? Начало зажигательное, ребятки, знаете. Поменял опять майор исполнения. Да, прям молодец, мне интересно. Нравится. Мне нравится звучит музыка, интересно. Знаете, энергетика. И либо бросать, как хочу, куда хочу. Ребят, знаете, это же я слушаю, да, ребят, я слушаю. Да, мы тоже. У себя в квартире слушаю, да, ребят. И? Чё хочу, то и ворочу, ребят. А, вот чё хочу, то и ворочу. Угу. Не обижайтесь, друзья. А такое у меня настроение, а такая шебутное, я вот. Да? Да, непредсказуемое, ребятки. Поехали, друзья, дальше. Ту-ру-ду-ру-ду-ру-ду. На кармане грамм шторм, подкурили залагали, если чё мы всё наврали. Все мои слова ты сдёшь, говорю честно. Говорю честно. В этом треке было б неуместно. Неуместно, неуместно. Спасибо, Спайка, ты ублюдок. Для тебя я сделал майку, когда я жиром забил его кефиром. Теперь ты зашкила во мне, видя кумира. На фуре ты зубнёт и вместе с макой под песок. Ну а ты не сработай прямо на моём капоте. Если чем-то недоволен, пиши быстрей донаты. Да, ты будет уволен, бой, ты пошёл нахуй. Всё мои слова ты срёшь, говорю честно. Честно, 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 говорю. В этом треке было б неуместно. Неуместно, неуместно. И дымом биточки на могилку твоей мамки. Я кладу цветочки, я курю дерьмо. И это HQ-дишка, я залил дерьмо. В уме твоей детишка, на мимо. Это моя фишка, у тебя дымится шишка. Ведь теперь я худышка. Был владельцем лима, продал нахуй надо. В два раза больше стримов, теперь продам реклама. У меня не верьте и дальше хейтер чарте. И все же карты смерти, до встречи на концерте. Продам рекламу. Ну что, ребятки, немножко встряхнулись вот так плечами, ребятки. Угу, угу. Классно, ребят, да танцевать шикарно можно, ребятки. Отдыхать, танцевать, скоро весна, скоро лето, ребятки. А ты знаешь, что такое ашкидишка? А? А ты знаешь, что такое ашкидишка? Ашкидишка? Да, знаешь, что это? Ашкидишка. Ашкидишка? Примерно, как ты думаешь, что такое ашкидишка? Кашкидишка? Не, ну серьезно, вот подумай, что такое ашкидишка? Или ты знаешь? Нет, не знаю. Ну, давай примерно, примерно. Ну, а вот предложение скажи, я скажу. Ну, примерно, как ты думаешь? Ну, скажи там, что. Ну-ка. Ну, ты не знаешь, да, что нет, это? Нет, нет, нет. Ты гонишься за мной, но у тебя одышка. Исполнитель рэпа, я звезда на хуй рэпа. Мимо хейтеров свирепа, твоя жанна. Конец слайву, ну, спайлали. На кармане грамм шторм, подкурили залагали. Если чё, мы всё наврали. Его кефиром теперь ты все зашкила во мне, видя кумира. На фуре безумно ты вместе с мамкой под песок. Ну а ты не сработай прямо на моем капоте. Если чем-то недоволен, пиши быстрей донаты. Да, ты будет уволен, ой, ты послал нахуй. Все мои слова ты срёшь, говорю честно. В райбом этом треке было б неуместно. Тихо и нежно уложила песню.
Эти лобиточки на мобилку твоей мамки. Я кладу цветочки, я курю дерьмо. И отрички вишкаю. Ну что? Примерно хотя бы. Я курю... Это, я... Что там? Я... Ну, дочь, ну, еще раз, давай, пожалуйста, этот момент. Ашки-дишки? Не знаешь, да? Нет. Не знаешь? Нет. Ну, ладно, я просто хотела уточнить. Ну, скажи, а? Понятно. Ну, ашки-дишки, каждый по-разному понимает, ребятки. Я как понимаю? Ну, ты же сама подходила и на улице к людям и говорила. Ну. Ты же сама рассказывала, как они идут и курят, и как будто закрывают свою ашки-дишку. Ты говорила... Вкусно, да, куришь, идешь. Ну, поняла, нет? Говорила такое, да, говорила. Чтобы не курили перед детьми, я всегда это говорю. Она идет, закрывается, курит, а ребенок сидит в коляске и нюхает ее. Я подхожу и говорю, не стыдно, говорю. Угу, ну ладно, это с курением связано. Да, я говорю, ну не стыдно, говорю. Ладно, как тебе трек? Твой ребенок тебе нюхает. Как тебе? Ребят, мне трек очень понравился. Вот реально, ребятки. Он такой классный, он такой веселый, он такой легкий, ребятки, да. Вот все понравилось. То, что он такой простой, ребятки. Подпевать можно. Знаете, вот он, ну, не противный, я хочу сказать. Ой, слушай, ну что это за... Нет. Извини, что за категория, значит... Нет. Это, то есть, комплимент, что ли? Нет. Он... Слушай, ты такой классный трек написал, он не противный. Ну, правда, мне... Его хорошо. Некоторые, знаешь, такие треки пишут, да. Там такой трэш, да, он противно слушает. Ну, мне это приятно было слушать. Вот и скажи приятно тогда. Ребятки, трек вот, ну, ни о чем, вот, по идее, это ведь, ребятки. Как это ни о чем? Ну как ни о чем, ребятки? Он рассказывает, Пятерик рассказывает, что он едет на карете мимо хейтеров. Ну это я знаю. А если у кого-то есть какие-то вопросы, пусть вместе с донатом отправляют. Ну вот я вот и про это я и знаю, я поняла все. Но я не хочу там что-то такое глобальное. Ты хочешь сказать глобальную проблему? Да, какая-то такая глобальная проблема, там, не знаю. Трек вот именно такой повседневный. Легкий прослушать. Повседневный, легкий, да, правильно. Он делает то, что он хочет. Если кому-то не нравится, он говорит, идите вы... Донаты. Донатами, да. Донаты присылайте, мне вопрос, я вам пообщаемся. Отвечу. Да, пообщаемся. Мне понравилось. По итогу вообще альбом как да, тебе? Мне понравилась манера исполнения. Голос он меняет. Манеру исполнения меняет, понимаешь? Мне нравится все. И то, что вот даже картинка, она яркая. Угу. Понимаешь? Ты просто смотришь на картинку и думаешь. Ага, что это такое? Это же все равно вот какой-то момент он делает так, чтобы мы задержались на его картинке. Значит, мы хотим слушать его трек, правильно, ребят? Угу. Вот картинка какая, о чем же тогда трек интересен, да? Я остановился, я читаю, я смотрю, я, значит, слушать буду. Голос очень красивый у Пятерки. Мне нравится его позитив. Мне нравится позитив. Но я знаю, ребятки, что сам по себе Пятерка очень серьезный молодой человек. Откуда ты это знаешь? Это видно, видно. Когда я смотрю его стримы, я вижу его глаза. И как у него глаза? Вижу лицо его. И какие у него глаза? Глаза серьезненькие? Серьезные, да. Он, знаете, он хочет показаться таким легким, таким, знаете, вот таким легеньким, да, вот это. А у самого разум киллера, да, ты хочешь сказать? Да, да, а сам-то он немножко другой. Какой? Скорпиошка, серьезный, скорпиошка. Да, да, серьезный он. Но он пусть не обижается, я наоборот ему... Это комплимент, да, конечно. Да, это комплимент для конечно. Него, потому что он не такой вот, а есть там... Ну, конечно, такие, он большой блогер, да, конечно, он должен да. быть серьезным, а он как он серьезный же? Молодой человек, вот. Он делает свою работу очень хорошо. Его публика любит. А прекрасно город Отсо отстроил, да, шикарный. Да, молодец, мне нравится. Пятер, пока. Трек понравился. Давай еще, ждем. Закончился альбом. Сейчас уже не знаем, что делать, альбома да, нет. Да, что будем делать, Пятерик, не знаю. Ну, еще раз повторюсь, музыка классная, танцевала. Альбом понравился, шикарно. Да? Шикарно. Голос прекрасный, легкий. Мне все понравилось. Легкий альбом, ребята. Вот действительно, альбом легкий, да? Угу. Ну, хорошо было слушать его. Там не было такого глобального, не знаю чего, да? Ну, понятно, такой, да. Такой вот легкий, да. Приятный альбом. Да, приятный. Мне все понравилось, ребятки. Пока, мои хорошенькие.